Здравствуйте, дамы и господа. Ну вот, наконец-то у нас началась новая неделя. Неделя очень важная для мировых финансовых рынков. Напомню, завтра и послезавтра пройдет заседание Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, на котором будет принято решение по монетарной политике, а также, что вполне вероятно, решение по стимулированию национальной экономики. Естественно, конечно же, Соединенных Штатов. Ну, давайте теперь начнем мы сначала. Итак, сегодня в Азии рынки получили неплохую поддержку благодаря статистике из Китая. Индекс менеджеров по снабжению в октябре в КНР вырос к уровню 54,7 пунктов против 53,8 пункта. Это сентябрьские данные. В целом мы видим, что ситуация в азиатскую торговую сессию проходила достаточно неплохо, за исключением японского рынка, который по-прежнему находится под давлением в результате довольно сильно подорожавшей японской иены. Итак, Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI вырос сегодня на 2,5%. Что касается китайского индекса Shanghai Composite, он вырос на 2,52%, конечно же, благодаря той статистике, которую я уже озвучил. Что касается основных японских индексов, то Nikkei 225 упал на 0,52%, фондовый индекс Topix снизился на 0,94%, в то же время индекс Hang Seng подрос на 2,4%, а Сингапур закрылся в плюсе на 1,6%. Также весьма неплохо себя чувствовали основные азиатские фондовые индексы, за исключением, конечно, опять же повторюсь, японского фондового индекса. В первую очередь, конечно, отмечалось снижение в финансовом секторе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну, на наш взгляд, это связано в первую очередь, конечно же, с возможностью ужесточения политики китайских властей на рынке недвижимости. Ну и в целом подобные негативные настроения в данном секторе также еще могут быть вызваны ожиданиями решения ФРС по монетарной политике. Что касается ситуация на рынке нефти, то к настоящему моменту мы отмечаем небольшой рост. Дело в том, что в пятницу данный сегмент просел. Опять же, распродажи на рынке сырья были вызваны, во-первых, вышедшими ранее данными по росту запасов нефти в Соединенных Штатах, а также данные по ВВП, которые оказались в принципе в русле ожидаемых. Напомню, ВВП, пятничные данные по ВВП показали рост на 2% американской экономики. Эти данные указывают на то, что экономика Соединенных Штатов развивается, развивается поступательно, но не в таких больших объемах, как хотелось бы. А следовательно, можно сделать вывод, что, скорее всего, рынки американские не будут нуждаться в больших объемах сырой нефти. Итак, к настоящему моменту нефть марки Brent подрастает на 0,13%, находится на уровне $83.26 за 1 баррель. Западно-Техасская американская нефть WTI подрастает на 0,34% и находится на уровне $81.71, также, конечно же, за 1 баррель. В целом ситуация на товарном рынке положительная. Подавляющее большинство товарных активов растут. Контракт на медь подрастает на 1,3%. Также растут и фьючерсы на серебро и на золото. Золото растет на 0,35% и находится на уровне $1,362 за одну унцию. Что касается фьючерса на серебро, то он растет на 1,27% и находится на уровне $24.88 за одну унцию. Ну, давайте теперь мы обратим внимание на то, как у нас открылась Европа. Собственно, как и предполагали финансовые букмекеры, Европа открылась в плюсе. К настоящему моменту европейский индекс Dow Jones Stoxx 50 растет на 0,64%.
сводный индекс Dow Jones Stock 600 растет на 38%, FTSE 100 подрастает на 59%, DAX 30 прибавляет 0,6%, а французский CAC 40 не отстает от них и растет на 58%. Также мы видим, что в целом европейский финансовый рынок находится в зеленой зоне, неплохо растут бумаги банковского и в целом финансового секторов. Так, теперь, что касается статистики на сегодня. Но опять же, я обращу ваше внимание, что важными будут все-таки данные, не данные, а результаты ФРС по монетарной политике, а также, конечно же, выборы в Конгресс Соединенных Штатов. Итак, из сегодняшней статистики наиболее интересным мне представляются данные по Великобритании, которые выйдут в 12:30, это индекс менеджеров по закупкам промышленности. Напомню, что данный индекс предполагается снизиться на 0,4% и может составить 53 ровно пункта. Что касается данных из Соединенных Штатов, то в 15:30 выйдут данные по личным затратам. Они, как и предполагается, останутся без изменения на уровне 0,4%. Затем в 17:00 индекс Национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам. Также предполагается некоторое снижение 53,6 пункта против 54,4 пунктов за предыдущий период. Это вот то, что касается наиболее интересной сегодня статистики. Но в целом можно говорить, что сейчас ситуация на валютном рынке Форекс является таковой, а именно валютный рынок продолжает консолидацию. К настоящему моменту наметилось небольшое укрепление американского доллара против ослабления его в азиатскую торговую сессию. В целом можно говорить о том, что никаких серьезных движений на финансовых рынках вряд ли мы увидим до решения ФРС по монетарной политике. А я напомню, что к настоящему моменту индекс доллара снижается на 0,35%, находится на уровне 77,2 пункта. Ну, на этом у нас все. С вами был старший трейдер, аналитик компании Grand Capital Сергей Костенко. Удачи вам и до новых встреч. До свидания.